Друзья, всем привет, в эфире Marcel TV. Блин, вы, наверное, думаете, почему я в шапке. Потому что в Москве май месяц. Холодно. Друзья, я, во-первых, сегодня хочу всех поздравить с Днем Победы, с этим величайшим праздником. Прошел сегодня парад. Даже погода как бы не омрачает настроение праздника. Так что всех с праздником Победы. Вечером все идем смотреть салют. Короче говоря, в принципе, что я еще к вам обращаюсь. Впереди РЗР Камп. Мы собираемся. Вот наш процесс сборочный идет. Сами как видите, погрузка, разгрузка. Мы скоро стартуем на РЗР Камп. Те, кто захотят встретиться, я там буду с 12 по 14. Соответственно, мая. Он и будет проходить с 12 по 14 мая. Вкратце расскажу. Значит, 12 числа будет открытие у Центральной спортивной арены в городе Казани. Соответственно, 13 и 14 числа будут уже сами гонки. 13 числа будет часовая гонка с дозаправкой. 14 будет два заезда кантри-кросс. Как-то все это страшно звучит. Но мы туда едем, мы будем участвовать. Мой штурман со мной будет, Мишаня. Он мой спонсор, так как он король нефтяных залежей, магнат, завод и так далее. Хотя это была шутка. Короче говоря, едем мы вдвоем, посмотрим, что у нас получится. Едем вот на той технике за спиной, которая у меня. Ну, может быть, как бы... что-то получится, говорит, а может быть просто поедем время провести и там шашлычки поесть. Короче говоря, встретимся в Казани.